Обнаружить противника, составить карту его перемещений, разгадать боевые планы, найти средства, чтобы встретить вражеские полчища во всеоружии и в конечном счете одержать победу. Эти задачи сегодня стоят перед теми, кто ведет борьбу с насекомыми-вредителями, что уничтожают посевы в полях, сады и лес. Вот почему в войну с ними, помимо энтомологов и химиков, вступают генетики и даже математики. Но, пожалуй, самым избирательным действием обладают вирусы. Нецелевому организму они не способны навредить никоим образом, однако, попав по адресу, внедряют в клетки насекомого свой генетический код и вызывают у него смертельную болезнь. Глядя на их работу, наши ученые придумали буквально, как запрограммировать искусственный препарат так, чтобы он действовал исключительно против определенного вида насекомых. Так появились ДНК-инсектициды. Они содержат короткие фрагменты ДНК, которые блокируют у конкретного вида работу определенных генов. В зависимости от того, какое насекомое мы будем контролировать, мы будем использовать уникальную последовательность, и она будет эффективна только против определенного насекомого и не будет затрагивать нецелевые организмы. Кажется удивительным, как же фрагменты ДНК проникают внутрь клетки, которая должна была бы всячески защищаться от любой чуждой генетики. Но современные исследования показывают, что поглощение недлинных, одноцепочных фрагментов нуклеиновых кислот может происходить по всей поверхности тела насекомого. Специалисты уже опробовали свои препараты в действии. Через 5 дней после обработки поля или участка леса вредителей становилось как минимум на 80% меньше. Обычная химия не всегда показывает такой хороший результат. Однако избирательные действия подобного оружия тоже проблема. Нужно не только подобрать правильные препараты к каждому виду вредителей. Еще всех их нужно произвести в достаточном объеме и где-то хранить. А ведь случай, чтобы использовать их, может и не представиться. Впрочем, есть вариант. Готовить нужный препарат только если все прогнозы говорят о скором наступлении врага. В первую очередь для этого предлагают уничтожить пути расселения жука, заменив ясени, что растут вдоль железных дорог, на другие деревья. Кроме того, нужно подумать о том, чтобы размножить естественного врага Златки – спатиуса. Согласно модели, на то, чтобы помешать жуку, осталось 2 года. Но если все сделать правильно, то ясень на Кавказе не пострадает. И это будет наш серьезный успех в борьбе с инвазивными насекомыми-вредителями. Пускай лишь одного вида. Однако эта победа покажет, если приложить все усилия, чтобы быть на шаг впереди, потери человека в войне с бабочками и жуками будут минимальны.